Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем на этой неделе в стране безопасности. Я думаю, что борьба у нас сегодня будет очень напряженная. Вы готовы бороться? Готовы? Да. Андрей, ты тоже готов? Да. Что ж, по итогам трех дней у нас пока лидирует Андрей, у него 49 фишек, и чуть-чуть отстает Вероничка, у нее 32. Самое время, ребята, начинать наш первый конкурс. Мы с вами вчера разговаривали о том, как себя нужно вести в общественных местах, какие нужно соблюдать правила поведения. Но вы знаете, что даже если вы будете все правильно делать, это не залог того, что с вами ничего плохого не случится. Об этом чуть позже расскажет наш знакомый из милиции дядя Виталий. А сейчас время приступить к нашему первому конкурсу. Он будет связан с профессиями, не только с теми, о которых мы с вами уже говорили, но и с другими. И очень важно, Вероничка и Андрей, понимать, что ненужных профессий не бывает. Все они нужны. И очень хорошо, когда человек выбирает ту профессию, в которой бы он хотел работать и который ее любит. Но есть такие люди, которые не любят свою работу, и это очень плохо. Вы уже решили, кстати, кем хотите стать в будущем? Вероник, ты кем станешь, когда вырастешь? Решила уже? Или еще пока нет? Нет? Думаешь еще? Хорошо, а ты, Андрей, знаешь, кем будешь, когда вырастешь? Думаю, или поваром, или кем-то другим. Да? А почему поваром ты решил стать? Нравится вкусно готовить? Да. Помогаешь маме? Да. Молодец. Я хочу вам сказать, что вот если ты определился быть поваром, то к своей цели ты вполне можешь уже начинать идти с твоего возраста, с сегодняшнего дня, можно так сказать. Итак, ребята, возвращаемся к игре. Подойдите, пожалуйста, каждый к своему стенду. Подойдите. У каждого из вас, ребята, на доске распределены картинки с изображением профессии, той или иной профессии людей. И сейчас я вам дам дополнительные еще картиночек. Это тебе, Андрей, а это тебе, Вероничка. Это те предметы, без которых не может обойтись человек в той или иной профессии. Вот, например, смотрите, парикмахер без чего не может обойтись? Без ножниц, без расчески. Художник не может обойтись без красок, кисточек. Так вот и у вас есть предметы, без которых не может обойтись человек той или иной профессии. Сейчас вам нужно будет их распределить. Вероник, у тебя люди каких профессий? Посмотри, пожалуйста, на картинке. Первый – это кто с гитарой? Это музыкант. У нас музыкант, конечно. А второй? Строитель. Строитель, умничка. Андрей, а у тебя? А, Андрюш, посмотри, какая у тебя картинка попалась. Как... Справа, это картинка... У меня повар. Повар. Я не знаю, какая еще профессия. А слева, это у тебя картинка программиста. Итак, ребят, сейчас те карточки, которые у вас в руках, вам нужно распределить. То, без чего Андрей не может обойтись, повар и программист, а у Веронички музыкант и строитель. Итак, время пошло. Напомню вам, что каждый правильный ответ будет стоить фишку. А если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно я вам дам еще две фишки одному из вас, тому, кто справится быстрее. Ребята, это финал, не забывайте, поэтому скорость, скорость и еще раз скорость. Но, конечно, при этом не надо забывать и о правильности своих ответов. У меня три лишних. Что-что? Три лишние. Три лишние у тебя? Нет. Тут еще до вот это. Посмотри, посмотри внимательно. Это все баллы. Ну, если вы считаете, что есть лишние, значит, их нужно оставить у себя в ручках. Так, кто же у нас справился быстрее? По-моему, вы справились... Вероничка справилась быстрее? Один. Одинаково или Вероника? Итак, Вероничка у нас справилась быстрее, поэтому к первой я к ней подойду, к ее стенду. Итак, это у нас что изображено? Нотки. Нотки. Без них, конечно же, музыкант не может справиться. Это музыкальный инструмент, который называется... Скрипка со смычком. Правильно. А это, Вероничка, это рояль.
Ну, правильно, это в любом случае ты правильно распределила под музыкантом. Все верно. Теперь строитель. Без чего же у нас не может обойтись строитель? Лопата. Конечно, лопата ему нужна. Ведро. И ведро, я думаю, пригодится. Вот, даже на картинке у нас нарисовано. Водичку несет. А это у нас что, Вероник? Кран. Подъемный кран. Отлично, все верно, ты распределила, итого 6 картинок за каждый правильный ответ. По одной фишке 6. А давай еще проверим то, что у тебя осталось в ручках. Это холодильник у нас, это газовая плита, а это велосипед. Действительно, совершенно они, в общем-то, не пригодятся людям тех профессий, которые тебе попались. Так, теперь мы идем к стенду Андрея. Так, программист. Это у нас что, Андрей? Мышка. Мышка. Без нее никуда, естественно. Это что? Клавиатура. Клавиатура. Тоже очень к месту. А это что у нас? Компьютер. Компьютер. Отлично, все верно. А это повар. Что это? Газовая плита. Конечно, нужна электрическая плита. Это у нас что? Черпак. Черпак. Конечно, он нужен. А это? Дуршлаг. Дуршлаг. Верно, все верно. 6 правильных картинок. Три. Мышка, лопата и шланг. Это нам не нужно. Хорошо, ребят. Итак, время получения фишек, которые вы заработали в первом конкурсе. Андрею 6 фишек за 6 правильных ответов. Сколько у нас здесь? 5. Посмотри-ка за мной, пересчитай, точно я там не ошиблась. И 6. А Вероничке 8. 5. За правильные ответы 6. И 2 за скорость. 6. Вероника, это твоя, бери. Это твоя. 8. Так, все, первый конкурс сыгран. А сейчас, ребята, время встречи, последняя встреча с нашим хорошим знакомым из милиции, дядей Виталий. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Ребята, наступила летняя пора, и самый лучший двухколесный друг в это время – это, конечно же, велосипед. Это не только развлечение. Езда на велосипеде хорошо влияет на здоровье, развивается ловкость, равновесие и выносливость. Но порой наш друг может стать интересен воришке, который с радостью его угонит. Сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы велосипед никто не украл. Запоминайте, эти знания пригодятся вам сегодня и в финальной игре. Итак, для того, чтобы сохранить своего двухколесного друга в целости и сохранности, надо соблюдать несколько простых правил. Попросите родителей сфотографировать велосипед и записать номер на раме. Велосипед можно и даже нужно поставить на учет в милицию. Там вам выдадут красивую наклейку «Поставлен на учет в милицию», которую можно наклеить на раму, показав всем, что ваш велосипед трогать нельзя. Конечно, не стоит оставлять велосипед без присмотра, но если так случилось, то обязательно пристегните его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минутку, чтобы погонять мяч с друзьями. Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, в школе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут. Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например, продавцу из ближайшего ларька. Если все же ваш велосипед украли, сразу вызывайте милицию. Она обязательно поможет поймать воришку и найти ваше имущество. А на сегодня это все. И я, как всегда, желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Ребята, у меня для вас остались контрольные 4 вопроса. Они не из легких, но вот как раз таки мы и проверим, насколько вы были внимательны все 4 игровых дня. Условия меняются тоже в финале. Ставки растут. За каждый правильный ответ вы заработаете 3 фишки. Если вас будет дополнять соперник, и у него это получится сделать лучше, то все фишки переходят ему. Итак, давайте определим, кто начнет первым отвечать на мои вопросы. На первый вопрос кто будет отвечать? Не можете решиться, тогда жребий определит у нас, кто будет первый отвечать. Выбирайте ручку. Вероника будет первой отвечать на первый вопрос. Итак, первый вопрос, Вероник, он из первого конкурсного дня. Так что вспоминай, что у нас было в первый день, о чем мы говорили. Итак, вопрос. Чего нельзя делать, если остаешься дома одна? Что нельзя делать? Открывать двери. Посторонним, да? Да. Так, что еще нельзя? Надо посмотреть в глазок и спросить, кто стучится. Правильно, ты тебе таким образом дашь понять, что в квартира не пустует, что в ней есть люди. Так, а еще что вспоминай? Нужно, наверное, в этом случае позвонить кому? Родителям. Родителям. Да? А еще
У нас всегда есть палочка-выручалочка. Это наши экстренные службы. Полиция и все остальные, да? Итак, Верничка, ты, конечно, очень многое вспомнила, но я тебе чуть-чуть помогла. Поэтому одну фишку я себе оставлю, а две тебе дам, хорошо? Поделишься со мной? Я думаю, что я заслужила одну фишку. Спасибо. Андрей, твой второй вопрос. Мы на эту тему говорили в нашу вторую встречу. Как правильно вести себя в подъезде? Нельзя выбрасывать мусор из подъезда. Да, из подъезда, из окна подъезда. Да, это важное обстоятельство. Ни в коем случае этого делать нельзя. Еще вспоминай, что нельзя делать. Нельзя, ну, домашними животными, ну, это выгуливать их, ну, это на детской площадке. На детской площадке, правильно. И под окнами тоже нельзя. Нельзя в подъезде рисовать. Нельзя на стенах рисовать, на лестничных площадках нельзя рисовать. Правильно, хорошо. Стекла можно бить? Конечно, нельзя. Так, очень много я тебе помогла. Я себе даже, Андрей, оставлю, наверное, две фишки, а тебе дам только одну. Ты не против? Не против. Я думаю, это будет честно. Держи. Но еще у нас есть по одному вопросу, поэтому у вас есть возможность заработать. Вспоминайте. Вспоминайте, мы обо всем об этом говорили. Итак, третий вопрос из темы нашего третьего конкурсного дня. Как правильно, Вероник, для тебя вопрос. Как правильно вести себя в магазине? Надо придержать двери и пропустить. Если заходишь в магазин, то нужно пропустить выходящих и придержать дверь, если кто-то за тобой идет. Так, это верно. Дальше, что еще нельзя делать в магазине? Как правильно себя вести? Андрей об этом тоже говорил. Что нельзя делать в магазине? Вспоминай. Толкаться. Нельзя толкаться, умничка. А еще что? Со своей собачонкой можешь ты прийти в магазин? Нет. Нет, конечно, с домашними животными ходить в магазин нельзя. Голыми руками трогать неупакованные продукты. Правильно, все вспомнила, молодец. Молодец, вспомнила и заработала за это. Три фишки. Андрей, у тебя еще есть возможность заработать целых три фишки, если полно ответишь, как Вероника. Итак, последний вопрос, финальный из нашей сегодняшней программы. Тебе, наверное, больше всех повезло. Как уберечь свой велосипед от вора? Надо его всегда держать, где ты его видишь. Чтобы он всегда был на виду, правильно. Да. И пристегивать его, ну, замком. Велозамком, правильно, хорошо. И если даже на минуточку уходишь, все равно надо пристегивать. Молодец, его. Хорошо. Надо его в милицию, ну, чтобы дали такой значок. Номерочек, да, да, зарегистрировать, поставить на учет. Правильно, да. Хорошо. Молодец. Ну вот, заработал три фишки. Так легко, видишь как? Молодцы ребята. Три фишки. Ну что, все? Больше. Сейчас мы все посчитаем. Ну что, ребят, все, больше у меня сегодня заданий нет. Все закончилось. И нам осталось с вами посчитать за сегодняшний день, сколько фишек вы заработали. Итак, ребята, я готова огласить, кто же стал победителем в нашей игре. А победителем у нас становится... А чего ты так уверен, что Вероничка? Ты же стал победителем. Андрей, у тебя 59 фишек, а у Веронички чуть меньше 45. Я вас поздравляю с победой и хочу вручить вам подарки. Вероничка, помоги мне. Это тебе, Вероничка, поздравляю тебя. А это, Андрюша, подарок для тебя. Держи. Ребят, но я хочу сказать, что главное даже это не те подарки, которые вы сейчас держите в руках, а ваша безопасность, о которой, я надеюсь, после наших передач вы запомните и будете знать намного больше. Всего хорошего вам я желаю и жду встречи с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это наша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.